Всем здравствуйте! Друзья, сегодня у нас очень необычное видео. Дело в том, что мы с моей подругой Ирочкой принимаем участие в фестивале городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». И мы находимся на территории нашей школы и уже сделали нашу клумбу. И сейчас предлагаю вам пройти вместе со мной и посмотреть, что у нас получилось. Итак, давайте посмотрим на клумбу других участников. Мне вот эта композиция очень понравилась. А это результат нашей работы. Не очень хорошо видно. Итак, наша композиция называется «Осенний лук». Из всего предоставленного материала растений мы постарались выбрать все то, что, в принципе, в виде может произрастать на наших лугах. Итак, это овсянница, шалфеи, очитки, рудбеки. Ну и кое-что еще, конечно, добавили, потому что очень сложно на самом деле работать с растениями. Мы же даже не знали, что вообще нам, в принципе, достанется. Так, это вид сверху. Очень я сегодня волнуюсь, даже руки дрожат. Сейчас мы спросим у Иры, в чем состояла основная сложность участия в таком фестивале, и еще она покажет, какие мы получили призы. Итак, с нами снова Ирина. Всем привет! И сейчас она покажет, какие нам призы дали. Нам дали, во-первых, дипломы участников, мне и Наташа. Дали какой-то интересный брелок и набор семян. Конечно, семена простые. У нас Турция, астра и агератум. В следующем году посадим. Да, еще нам подарили вот такие прикольные бейсболки. Да. Фартуки, вот не знаю, интересно, нам оставят или заберут? Не знаю, да. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что мы только буквально вчера решили принять участие в этом конкурсе. И вот в чем была сложность, Ирин, прямо вот в двух словах расскажи, в чем сложность. Сложность была в том, что мы не знали вообще, попадем мы сюда или нет. Во-вторых, мы не знали, какой будет набор растений, что нам дадут. И третья сложность, что растений можно было брать одного вида, всего 5 штук. И из этого нужно было сделать композицию хорошую, красивую, но достаточно объемную клумбу. Ну и конкуренция. Ну что же, друзья, огромное спасибо вам за внимание. Нам остается дождаться результатов конкурса, и в комментариях я напишу, чем же все-таки закончился этот конкурс. Расскажу вам о наших результатах. Спасибо, всем пока!